Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии, и обязательно загляните в описание. Нажмите кнопочку «Еще» под видео. Сегодня у нас 22 февраля. Время 8:30. Мы находимся в Адлере. У нас ясное небо и спокойное море. Температура воздуха около 11 градусов. Температура моря такая же. Голубое небо, синее море и белые чайки. Вода становится с каждым днем все прозрачнее. Под вечер сегодня обещают дождь, а людей очень мало на улице, ведь раннее утро, туристы еще спят, а те, кто на работе, уже работают. Не хватает только спортсменов, бегающих на набережной. И море приятно шелестит волнами. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. И, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!